вами вновь Владимир Павличев. А это означает, что вы на Дунаев Медиа. И сегодня я приехал на небольшой канал недалеко от города Ростова половить здесь на маховую удочку. Надеюсь, сегодняшняя моя затея и мероприятие увенчается успехом, и вы все это увидите на канале. Приятного просмотра. Сегодня решил использовать вот такую прикормку. Это серия World Champion Carp Secret. Это новинка от компании Дунаев. Буду использовать ее 2 пакета. И помимо нее буду еще использовать тоже новинку, тоже World Champion Carp Natural. Это прикормка с очень ярким кукурузным ароматом. И она сделана на основе кукурузы. Буду использовать обязательно черную краску, чтобы затонировать мою прикормку и не выделять ее на темном дне, не делать светлое пятно, а максимально ее спрятать, чтобы осторожная рыба, когда будет приходить на прикормку, не боялась. Вода в водоеме очень чистая, и это немаловажно, чтобы наша рыба не пугалась светлого пятна. Еще буду использовать 3 банки зернового микса. Высыплю их в емкость и залью водой. И в течение ловли буду стрелять из рогатки этим зерновым миксом в точку ловли. Я думаю, такая манипуляция будет очень хорошо привлекать и плотву, и карася. Так, ну а сейчас приступаю к замесу. Подготовил мою прикормку, провел все этапы увлажнения, отсыпал себе нужное количество на докорм. И сейчас я начну формировать шары для стартового закорма. Что для этого мне понадобится? Мне понадобится немного воды. Перед тем, как лепить шар, я обязательно смачиваю руки водой, чтобы прикормка не прилипала к рукам. И приступаю. Обязательно надо иметь вторую емкость, куда складывать наши шарики с прикормкой. Прикормка получилась очень клейкая. Я ее специально сделал инертную, чтобы меньше привлекать мелочь. Если прикормка будет очень рыхлая, она будет создавать очень большое облако мути и сразу приплывет мелкая рыба. Чтобы этого избежать, я сделал прикормку более тяжелую, более инертную, немножко перевлажнив водой ее. И прикормка получилась очень клейкая, клеится очень хорошо. Самое главное, не слепить ее в пластилин, когда начинаешь лепить шары, чтобы не сделать ее совсем нерабочей. Если сильно начать уплотнять, то она превратится в прям очень инертный пластилин. А это тоже не есть хорошо. Для стартового закорма нам понадобится около 10 шариков прикормки, может чуть меньше. Перед тем, как закармливать, надо промерить глубину и убедиться в точности выставления поплывка, чтобы знать, что ваш крючок у дна или на дне. Для этого мы делаем
Так, опускаем все груза вниз и забрасываем удочку. Можно использовать глубомер, вот такую штучку, пристегнуть ее на крючок. Ну, я это делать не буду, я просто опущу все груза вниз и посмотрю, какая глубина. Будет хорошо видно, если поплавок вывалится. Вот там уже клюет, глянь, на голый крючок клюет рыба. На красный голый крючок. Вот сейчас вот очень хорошо видно, что поплавок вывалился. Это говорит о том, что груза лежат на дне. И глубину надо немножко добавить. Сейчас я подтяну поплавок ближе и посмотрю, какой там свал. Насколько сильный он. Он не такой сильный. Основной свал будет немного ближе. Вот его видно уже, он вываливается. Там идет плавное понижение в русло. Сейчас уберу немножко глубины, порядка 10 сантиметров, и снова закину удочку. Сейчас убираем глубину, вот около 10-15 сантиметров, и снова забрасываем туда. Смотрим, какая глубина. Сейчас вот эти груза лежали все на дне, о чем нам хорошо сигнализировал поплавок. Сейчас я опустил немножко глубину и подниму груза немного выше. Да, вот, все прям идеально. Груза сейчас над самым дном, а поводок мой лежит на дне. Это вот хорошо можно заметить. Вот я подтаскиваю поплавок немножко к себе, и он тут же вываливается. Груза начинают ложиться на дно, касаться дна, и поплавок немножко вываливается. Но это происходит в том случае, когда я подтаскиваю практически на 2 метра ближе. Вот сейчас поплавок стоит идеально. Сейчас я выставил глубину таким образом, что вот эти груза над самым дном, вот так, вот 5 сантиметров над дном. А поводок 20-сантиметровый, его часть в размере 15 сантиметров лежит на дне. Это, думаю, будет идеальная огрузка и идеальная глубина для ловли рыбы. Сейчас посмотрим. Но предварительно я теперь раздвину вот эти все груза, оставлю небольшой подпасок, чтобы мои груза не пугали рыбу, и подпасок, который здесь останется, будет плавно опускаться на дно, и насадка будет вести себя очень естественно и не пугать рыбу, а наоборот ее привлекать. Плавное падение очень хорошо влияет на клев. Сейчас разброшу эти грузики, раздвину их, оставлю два небольших подпаска, чтобы они плавно опускали мою насадку в точку ловли. Чуть-чуть еще длиннее. Грузики отведу от подпаска приблизительно на 40 сантиметров. 40 сантиметров до подпаска и поводок 20 сантиметров. Вначале опускаются основные груза, а потом догружаются уже подпасок с насадкой. И это очень хорошо влияет на клев. Это привлекает рыбу. Сейчас заброшу еще раз, проверю и выберу ориентир на той стороне. Это будет дерево. Крючок красного цвета, и его перехватывает какая-то мелкая рыба. Скорее всего, это уклейка. Вот. Поймал рыбу на голый крючок. Красный крючок привлекает рыбу. Она думает, что это какой-то маленький червячок, и его перехватывает. Ну, вот такая вот рыба, если нас будет донимать, конечно, это очень плохо. Надеюсь, ее не будет. Thank you.
первая поклевка той рыбы, за которой я приехал, это карась. Сейчас попробуем его протянуть через траву. Вот для таких условий, когда ловишь длинной маховой удочкой, нужна обязательно длинная ручка. Потому что не всегда достаешь до рыбы. Вот и все. Главное вспомнить, как это бывает. А то уже давно не ловил на длинный мах. Ну, что? Первый карась, который соблазнился нашим червячком. Вот такой вот красивый местный карасик. Кинем в садок. Поправлю насадку. В принципе, червячок остался более-менее нормальный. Сейчас заброшу и докормлю из рогатки. Использую прикормочную смесь. Зерновой микс. И выстрелю в точку ловли из рогатки. Кукурузка, конопля, пшеничка, горох. Все. Зерновой микс не привлекает мелочь, он не пылит. Насадка, частица крупная, мелкой рыбой ее не берет. И она лежит на дне, дожидается нормальную рыбу. Мордатого карася на махалочку. На 9-метровый мах ловить такую рыбку одно удовольствие. Единственное, не очень удобно. Надо иметь длинную ручку для подсачка. При ловле в 9 метров надо иметь ручку более 5 метров. Когда у вас удочка 9-метровая, маховая, надо иметь ручку подсачка, ну, хотя бы 4,5 метра. Потому что даже завести рыбу не всегда удается подвести ее к берегу, и приходится ее брать издалека. Для этого надо иметь длинную ручку. Вот сегодня у меня ручка 4 метра, и я прям как чувствую, что мне ее не хватает. Вот такой карасик. Приятная рыба. Одно удовольствие ловить такую рыбу на длинную маховую удочку. Маховая удочка – это определенная философия. Я думаю, многие начинали именно с поплавка и ловили на простую бамбуковую удочку без колец, без катушки, и получали от этого удовольствие. А когда удочка технологичная, очень хорошая, качественная, то удовольствие от нее еще больше. Сейчас заброшу туда опять этого червячка. Его не особо у меня пожевал карасик. И дострельну туда кукурузы, нашей зерновой смеси зерна, кукурузы, гороха и конопли в точку ловли. Дадим пару. Чтобы она, крупные частички лежали на дне и привлекали большую рыбу. Зерновой микс не привлекает мелочь, потому что он не пылит, и мелочь не приплывает на него. Это очень хорошо. Когда начинаешь кидать корм, чистую прикормку, то тут же появляется вездесущая уклейка и просто-напросто не дает ловить. Съела моего червяка. Сейчас нацеплю нового. Свеженького. Задул боковой ветер, а для маховой удочки это не очень хорошо. Это вся оснастка начинает плыть. Это очень плохо, особенно при ловле карася. Карась любит лежащую на дне насадку неподвижную. Ну, иногда может быть чуть-чуть перемещающуюся с точки. Как с этим бороться? Я сделал просто. Я добавил глубину и переместил один тяжелый грузик к поводку. И вот этот грузик теперь служит у меня якорем. Он лежит на дне и немного тормозит всю мою оснастку. Не дает ей так быстро плыть. И карась успевает ее взять.
Вот уклейка. Только сказал о ней, и она тут как тут. Вот, ну куда ж без нее? Вот наша южная рыба. Червячка. Протыкаю в одном месте, прям посередине, и забрасываю. Главное не забывать кормить. Стрелять из рогатки и кидать обычный корм. Но после докорма прикормкой сразу появляется мелкая рыба. Уклейка, красноперка, которая норовит перехватить вашу насадку и съесть. Не дает ей просто-напросто опуститься до дна. Вот, дождался кого-то. Некрупная рыбка. Наверное, это плотва. Вот клюнула первая плотвичка. Странно. В этом водоеме плотвы очень много, но почему-то она здесь не такая активная. Что-то поменялось, а по сравнению с прошлым годом, и плотвы тут стало почему-то меньше. Зато ее место занял карась и подлещик. Стало меньше уклейки. Раньше уклейка тут просто не давала ловить никакую рыбу. И это был просто кошмар. Но в этом году гораздо меньше. Что-то поменялось. В водоеме стало больше травы. Эх, дзинчики, мизинчики цепляют моего червяка. Конечно, рыбалка на удочку — совершенно другие ощущения, в отличие от фидера. Фидер — постоянно смотришь на вершину и не отвлекайся. А тут смотришь на поплавок и лицезреешь все вокруг. Ты можешь спокойно смотреть, что происходит слева, справа. И всегда возвращать свой взгляд к поплавку. Если ты отвернулся и что-то прохлопал, какой-то момент, поклевку, то поплавка просто-напросто не будет. И ты можешь вытащить, а рыба будет там сидеть. На фидере не всегда так. Если ты прозевал поклевку, это не гарантирует о том, что рыба останется там на крючке. Ну и в поплавке тоже, конечно, не всегда. Когда ты... Ох ты, какая поклевка! Когда ты отвернулся и прозевал поклевку, не говорит о том, что рыба там останется. В большинстве случаев так и происходит. Изначально хотел половить на мочевку, но, приехав сюда, обнаружил здесь очень большое количество травы у берега и понял, что с мочевкой здесь будет ловить гораздо сложнее, чем с маховой удочкой. Потому что мочевку надо топить леску, а вот эта трава будет очень сильно мешать. Очистить, лезть в воду что-то не особо захотелось. И от этого решил взять маховую удочку и половить на этот агрегат. Давно, тем более, на него не ловил, и очень приятная рыбалка на махалку. Вот некрупный подлещик. Вот небольшой подлещик, ладошечный, сопливый. Он весь в соплях от него. Соблазнился моим вкусным червячком. Сейчас обновлю насадку. Добавлю еще один некрупного червячка. И думаю, что сейчас я поймаю здоровенного карася. Докормлю. Слеплю один шарик маленькой прикормки. Вот такой вот, с кукурузой, злаками всякими, и туда, в точку ловли, и выстрелю туда еще из рогатки злаковым миксом.
Вот отлично. И сразу поклевка. Кто-то пытался съесть моего червя. Да, ветерок мешает ловить на мах. Тоже с ним можно бороться. Конечно, не всегда эффективно. Если сильный ветер, то ловить на длинную махоудочку это какая-то каторга. Кормил и сразу получил поклевку карася, по-видимому. Да, неплохой карась. До этого цеплял кукурузу, поклевок не было. Нацепил червяка, докормил туда обильно, при кормке 3 шарика кинул. И тут же, буквально через несколько секунд, произошла поклевка карасика. Отреагировал на докорм, или он наверняка там был, просто, может, решил ускориться, испугался, наоборот, этой прикормки и решил быстрее схватить насадку и убежать. И был пойман сразу. Вот, вот такой вот карась. Запутал одну удочку, 5-граммовый поплывок. Произошло запутывание у меня. Сейчас поставил тяжелее. Он более инертный, тяжелый. И это лучше, потому что боковой ветер не так сильно стал мешать мне. Чем тяжелее поплывок, тем более управляемая снасть получается. И не так сильно несет течением. Хоть, казалось бы, 1 грамм, а уже как ощущается. Прям более стабильный поплавок стал. Ну вот сразу, кстати, после докорма отклюнул карася, и тут же появилась уклейка. Сейчас мы выстрелим туда еще из рогатки нашим зерновым миксом. Вот это чудо-рыба. Рыба-сволочь, рыба-падла. А рыба-красава – это карась. Ну что, друзья, давно я не брал в руки шашки, можно так сказать. Половил сегодня длинным махом, получил от этого массу удовольствия, наловил хороших карасиков, прочувствовал, можно так сказать, увесистых рыб. И
думаю, на сегодня буду заканчивать. 3 часа рыбалки на маховую удочку, я думаю, более чем предостаточно. Сейчас я эту рыбу всю отпущу назад в канал. Ну и смотрите нас на Дунаев Медиа и до новых встреч!